Всем привет, я нахожусь в ковре, сегодня здесь проходит встреча блогеров. Хе-хей, это встреча блогеров! Я надеюсь, то, что придут, ну, все, кого я позвал. Хотим обсудить вообще, чё кого. Вот такие вот крутые штучки есть. Наших блогеров. Диана Саламандра. Нет, еще раз давай. Представь. Диана Саламандра. Меня зовут Диана Саламандра. Нет, я... Чик-чик, еще раз давай. А что мне сказать? То, что ты Диана Саламандра. Да. Чтобы запомнить. Всем привет. Меня зовут Диана. В Ютубе я записана Саламандра. Может, Диана Саламандра. Там вот выйдет много видео. Ладно, я это можешь убрать. Танцовщица, которая в парке Тукая упала. Да, да, я только это хотел сказать. И вот он, лентяй Нижнекамска. Кирилл Богатый. Вау! Как прям оригинально прямо, а? Меня зовут Дима. Да, я Дима. Тугули СВ. Тут типа появилось, но это не точно, ладно. Да, я Дима. Ну, в общем, я снимаю подборки приколов. Да, я Дима. Привет, представься, пожалуйста. А, всем привет. I am a Russian sports blogger. Чё-то! Кровь идет. Меня зовут Вера Вирц, я спортивный видеоблогер. Шнурок развязался. С днем мамы там, в садике, туда все, я думаю, блин. Так, родители, все, короче, хватит родительские темы, давай начинай. Что говорить? Ну, в общем, встреча для чего создана? Чтобы... Нам предложили в этот профессию в стадионе это делать, как его... Чувак, который коньки точит, подшивает туда-сюда. Вот, блин, короче. Вообще-то это я. Ну, я тебе объясню, Вера. Но контент это наш. Вера, мы тебя услышали. Я тебе объясню. Ты была трезвая? Всем. Нет. Да. Вот, и поэтому, я думаю, надо вот реально что-то совместное замутить. Подставы, розыгрыши, вот эта всякая херня. You just did. Да. Меня зовут Алена. Что еще сказать? Я снимаю атмосферные видео, чтобы вдохновить людей. Самый скромный блогер просто. Нет, сколько у тебя подписчиков? 2700. Вот как круто, видите? Комментарии какие, что оставляют? Положительные в основном. Напишут плохие вещи? Раньше сейчас? Писали, а сейчас нет. Сейчас я их заблокировал. Ебой. Меня зовут Рафаэль. Зип. Не похож я на него. Ну, сделай вот так вот. Зипит. Да не похож я на него. Да не похож ты на него. Меня зовут Рафаэль. Идея команды инвестиций. Сейчас, подожди, давай. Ну, ты задай вопрос. Ну, ладно, давай. Идея, давай. Идея команды инвестиций. Вот вся суть бизнеса. Та-дам-та-дам-та-дам. Как мне собрать много просмотров и прям кучу подписчиков? Ты иди. Говори погромче. Ты иди с сервисом. Что? Ты иди с сервисом. Что? Ты прямом курсе это сделаешь из этой фигни. Конечно. Что ты думаешь, я снимаю это? Чушпанье какое-то. Троллинговое вообще. Нет, я же никого не троллю. Только девочек маленьких. Только не обижайте. У меня есть канал Тимурфин. Там я снимаю... Сначала я снимал разные... Ну и... Ну... Круто. Давай ты теперь. Меня зовут Арат, у меня есть канал... В общем, разделились на две команды. Сейчас играем в игру. Ребята придумывают вайны. Тема простая. У каждого есть такой друг. Давайте посмотрим, какая готовится команда. Так. И вы этот, ну, обыгрываете сценку, есть что потом. Да, да, да. Я такой хитрый. Я просто хотел вайн снимать. У меня не было идей. Сейчас они мне их подкинут. А вот здесь сидят блогеры Нижнекамска. Есть что? Блогеры Нижнекамска. А надо снять? Нет, не надо снимать. Вы просто обыграете, да. Че, кого? Вы что, все уже обсудили все? Нет, ну все, давайте обсуждать. Ку-ку. Ебой. Ну вы активнее что-то походу. Нет. Нет? Нет. Представьте, что меня нет. Да, и так нет. Да. Я вообще никто. Так что вот они? Будем сразу делать или сами? Может, друг какой-то, который... Вот такой вот. Вы, кстати, будете перед теми детишками выступать сейчас? А, Шиму вообще долго угорать будет. Шути. Кто у вас будет голосом? Ты?
У вас будет такое, типа, ну, титр? Я сегодня в роли Дани Комкова. Буду сидеть сейчас оценивать вайны молодых нижнекамских блогеров. Друг, который всегда сидит в телефоне. Ага. Прикинь, я вчера в другой программе была. Там офигенно. Ты вот, ну-ка там дыбу. Ребят, вообще офигенно. Мне вообще понравилось. Так, ну чё, кому понравилась встреча? Е-бой! Е. Яу. Круто? Да. Всем понравилось? Тоже понравилось. Е-бой! Е-бой, да, круто. Подписывайтесь на... Подписывайтесь на наш канал. Здесь Альфа расставит. На все каналы, да. Анечка! Мы так сделаем. Все, в общем, еще увидимся. Спасибо. Пусть это будет совет блогеров, так сказать, загрузка у нас. Не, как-то по-старперски, да, звучит? Не, не будет это совет блогеров называться. В общем, мы будем так встречаться здесь, собираться, общаться и придумывать суперкрутые идеи для наших видосов. Развивать. Когда нет ютуба. Чигеряут.